Бобидок. Что тут? Плохие бобидохи. Тут помидоры. Красные. Перчики. Покажите. Раз, два, три, четыре. Так. Помидоры же выше Либиного роста. Ну-ка, от Либи встань с помидорами. Либиного роста стали уже. А вот тут тоже острый перчики, перец. Да? Вот тут тоже перчики. Это острый перец. И вот там живет, вон она, улитка. А тут где-то слизнячук. Так, ладно. Слизнячок наверху. Вот это марва. А здесь острый перец. Что это, Либи? Острый перец. А, острый перец. Клубника. А что это, Лям? Клубника. Клубника. А теперь я стал таким. Да. И она цветет. Кто-то повесил там гирлянду. Гирлянду повесили там, да. Тут вон у вас какая-то, по-моему, это мята или что-то такое. Да, мята. А вон. Вот там базилик. По-моему. Вот цветочки рядом с клубничкой. А вот высокие. Острый. Вот высокие. Перец тоже. А там цветет. Рыбки. Вот тут тоже базилик. Это тоже какая-то трава. А вот там вот. Рыбы. Это поливалка. Рыбы. Это ну, вот одна. А вон она, рыбка плавает, я ее вижу. Ну, она золотая рыбка. Она в прошлый раз одну покусала. Покусала рыбку? Ага. Так, Либи, кто у вас, ты сказал, кто этот садик все делает? Либ. Либ. Кто садик делает? Это поливалка. Да, поливалка. Так кто занимается у вас садиком? Учитель. Вот это кто делает все? Папа. И ты мне сказала, что папа что? Очень? Гордится. Чем? Вот этим все. Вот этим всем. Это очень корм. Гордится. Это что? Корм для рыбки. Корм для рыбки. Не, я не хочу. Они... Я ж не рыбка. Они не кусаются. Не, не надо, и много нет, тоже нельзя. Позавтракать. А, понятно. Это корм для рыбок. Я поняла, что это корм для рыбок. Тут еще у папы растет какая-то батата, что ли, там вырастает что-то. Какие-то эти. Посмотри на эти крошечные. На эти крошечные что? Ну тут эти... что-то посажено, что-то будет расти, наверное. Тоже. Клубничка-то там он уже цветет. Да. Ну все, пошли отсюда. Что? Не, не надо, папа сегодня поливал уже. Папа уже сегодня поливал все это. Пахнет базилик, хорошо пахнет, да? Вот это хорошо пахнет. Ты потри просто и ручку понюхай. Хорошо пахнет? Ай, как хорошо пахнет. Ой, как хорошо пахнет. Ну все, пошли.